купишь себе по логике вещей, ты должен туда выехать, выселивать, знаешь, как надо делать-то? Что? Ты собираешь голоса, да. А на лобном месте говоришь, что я хочу выселить там Алексея с третьей комнаты, да. Ты будешь один. Да. И методом прямого голосования счастье, ты меня выселяешь. А, да, хорошо, так и сделай. Ну, просто смотри, проявите вот свою, как... Я просто подумал, блин, если ты один пользуешься девушками, не хочешь строить отношения, то какой смысл тебе вообще там находиться? Я можно без комментариев оставлю? Просто я не хочу нагрубить тебя, и вот твои мысли, они настолько похожи на мысли моих старых давних знакомых. Просто вот, ну, когда они исходят от тебя, они немножечко, ну, приобретают другой смысл, и смысл неуверенности, мандража и несостоятельности какой-то. Я полностью уверен, нет, ты просто... Тихо сказала, не тот путь. Давай. Короче, обоснуй, почему ты должен нет, там жить. Нет. Подожди, мужик, скажи, давай. Нет. Я не мужик. Короче, дела такие. Нам все равно, что ты тут сейчас пытаешься доказать. Ты не имеешь права там жить. Ты один, ты нафиг никому не нужен. Эльмира от тебя отказывается. Альбина от тебя отказывается. Ты здесь никому не интересен. Живешь в этой комнате, это вообще как бы, ты этого не достоин, блин, ты должен жить вот здесь вот под столом. Ты знаешь, мы можем тебя подстелить, и ты можешь там, ты, тебя, в принципе, не привыкать. Я сказал, ничего такого, то что твой мужик, когда с тобой переспал, увидел, какая ты страшная, просто убежал на дом. Она же не симпатична, она не симпатична. Ну, она если тебе не симпатична, с чего я могу? Я же согласен, он меня убежал. Она страшная, слышишь? Кто слышишь, Эль? С чего она страшная? С чего она страшная? Леша, а от этого, когда ты ее позвали, это знаете ситуацию. Там все изменились, все выяснили всю ситуацию. Все равно это накапливается, Леша, это внутри накапливается. Когда это не было, ты хочешь проявить себя как мужчина, и это надо проявлять себя не таким образом. Понимаешь, Леша, одно это накапливается. Я сейчас не хочу разговаривать, просто сейчас дискуссия не получится. Просто я тебя хочу, Игорь. У нас с тобой было по-небратское отношение такое, да? Там типа ты такой сюда, да. Хорошо, сейчас, вот с этого дня, вот с этого момента, да, то, что произошло. Нет, правильно. Не, ну, как участники телепроекта мы общаемся. Okay. Без оскорблений, без унижений, хорошо? Да. Договорились? Договорились, все. Отлично. Oh.